уже продано. 9 октября состоялся аукцион, на котором приватизировали часть завода «Орион». Победителем стал предприниматель Игорь Кривопиский. Два недостроенных корпуса на улице Житомирской он приобрел за 27 миллионов 151 тысячу гривен. Хотя стартовая цена была 10,5 миллионов гривен. Відбувся аукціон з продажу об'єкту, який в нас називається розширення майданчику «Оріон» по випуску 1 мільйона компресорів. Це об'єкт незавершеного будівництва, така велика недобудова, верніше два окремих корпуси, одні з найбільш відомих на Житомирській. Чому відомих? Тому що там грали в страйкбол, і вечірки відбувалися, і фотографувалися багато людей. Когда-то здесь планировали делать компрессоры для бытовых холодильников, но корпуса так и не достроили. Чиновники уверяют, что продажа была единственным способом сохранить и так заброшенные здания. Общая площадь уже проданных участков 18 тысяч квадратных метров. Что теперь там появится, зависит от победителя аукциона.